Друзья, мы продолжаем наше размышление, вернее, не размышление, а запоминание, венгерских слов, таких непростых, но таких интересных. Надь – это большой, Надь – большая надежда, у Нади. У Нади большая надежда, Надь, Надь, Надь. Сейчас пойдем быстро, потому что, ну, потому что Надь бачи, ну, Надь, большой батя, Надь бачи, дядя. Надь нэни, большая нянька, это тетя. Надь сюлок, это у нас родители, то есть дедушка и бабушка. Надь, большие родители. Сюлек – это слово «рождать». Нап, день, нап, например, сегодня, какой день у нас? Ответьте сами. Варианты ответов, ну, у вас разные, может быть, день. Напишите в комментариях, какой день сегодня по-венгерски, какой день недели. Дальше. Напсамош, ну и так далее. Недь, мы помним, что это четыре. Нелькуль, без, нелькуль. Неизвестный нем тудатик, Немеш благородный, немеш, благородный немец. Ну, немет – это благородный, немец, немецкий. Немешек – благородный, благородство. Немешек, немеш, благородный, немеш. Немощный благородный старик. Немзедек поколение. Нени тетя. Сейчас посмотрим, чем отличается. Наверное, ничем. Да, ничем не отличается. Непешег, имя Нев, ну, наверное, знаете. У Невода тоже есть свое имя. Нев, имя. Недек, нич, не, так же, как нем, не. Ну, у нас было нем. В принципе, мы движемся хорошо. Невер. Невер. Вер. Это своя кровь. Ну, вер просто кровь. А не это женщина. Женщина. От сердца, так скажем. Сестра, то есть от плоти и крови моей. Женщины от плоти и крови моей. Невер. Надежь, шагош, господин. Ньяран. Ньяр – это лето, ньяран – летом, нельб. Нев – имя, а нельб – это язык, нельб, Нельвы имеют свой собственный язык, нельб, Ньольц – 8, Ньольц, Ньюгат.
Нюгат, Восток, Нюгат. 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 Нюгат, Восток. Давайте еще переведем. Может быть, это еще и заход. Нюгат. Дальше. Это еще и старый. Эче. Эче. Его. Эче. Его очи. Так прекрасный. Его, ее тоже. А, это будет не... Младший брат это будет. Чей это младший брат? Эче. Эче. Отче слышится, но на самом деле это младший брат. Эти, эти. Отче моего младшего брата прекрасный. Эк, эк, э. Все просто. Э – это он, она. А к добавляем, и получается множественное число. Эк – они. Эк – мань – документ. Ола, олас, 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 олух, олах. Ну, раньше назывались валахи, валахи румыны, поэтому олах – это румын, румын. Олас, олас, ну, это будут итальянцы, олас, олас. Олас, помним, леди, лендил. Лендел – это поляки, а польский. А олос – это, ну, как запомнить, олос. Волосы у итальянцев кудрявые. Олос, олос, олос. Волосы кудрявые. Олос, олос. Представьте итальянца, может быть, челентано еще кого-то. Или черные волосы, черные волосы. У итальянцев черные волосы. Олас, олас, олас. Олдал – это страна. Страна или страница. Олдал, олдал, олдал. Страна. Олвашный, олвашный читать. Ну, если страница будет олдал, то читать будет олвашный, олвашный, олвашный. Олвашный, олвашный. Читать ол. Читать очень важно, олвашный. О, важный. Очень важно. Важный. О, важный. О, важный. О, важный. Олакор. О, оракор, вернее, оракор. Это когда мы говорим про время, про часы. Сколько часов? Рек. Мы знаем реги. Реги. А тут одно слово рек. 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 Мы видели, что «э» один тоже означает «старый», «старый», получается «э» плюс «реги», получается «эрег», «эрег», «старый». Ну, соответственно, «эрегеб», то есть «старше», «старше», «брат», «старше», «эрегшег», «сам возраст», «старый». Старость. Эрмень. Ну, тут все понятно. Эрмень. Эрмень. Созвучно очень, поэтому не буду останавливаться. Орос. Орос. Ну, русский орос. Тоже несложно. Ор. Ор – это ухо. Ор. А, или нос. Ор. Нос. Нос все-таки. Ор – это нос. Ор. А, мы запоминали, как у орла клюв такой вот. Орлиный нос. Орлиный нос.
Ор. Орсак – это государство, страна. Эш, вернее, эш. Это предок, эш. Мы почти у цели. Эшкола мэштер. Школа учитель. У нас было ишкола, а тут эшкола мэштер. Мэштер. Эссе Хазашульц. Да, по-венгерски можно выходить замуж по-разному. Эссе Хазашульц. Ну, видите, Хазаш. Вот этот корень везде он присутствует. Видим, хазаш, значит, это что-то связано с браком. Хазашульт. Эсси хазашульт. Падать. Падать было эш. Это у нас предок. А эс падать. Вернее, не падать, а это серый или осень. Ну и в падеже как раз вот эсен. Эсен, давайте вспомним. Няр, этель, тавас, эсен. Или просто эс. Здорово, здорово. Мы запомнили времена года, сезон. Эт, ну понятно, что это 5. Это дик. Туда же отхон созвучен слову at home, то есть дома. Отхон. Это его, нее. Эзведь, вернее. Эзведь – это вдовец. Вдовец. Почти мы подходим к финишной прямой. Пап, созвучно слово папа, но в значении папа римский. Но не такой высокий сан, а просто священник. Пап. Пар, все понятно. Вопросов нет. То есть пара. Чита. Параст. Фермер или крестьянин, он следит, чтобы паразитов не было. Параст. Параст. Или парастыл. Парастыл. Крестьянин простыл, кашляет. Почему он крестьянин? Потому что у него, допустим, серп в руке. И он постоянно кашляет. Парастыл. Параст. Дальше идем. Ну, парасорсек, да, не надо. Патак. Ну, паток, созвучно слово поток, паток, 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 поток, 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 паток, 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 поток. Пек, тоже слово, со словом пеку, но в данном случае это человек, который печет. Пек, то есть печник, как это сказать? Тот, кто печет. Не печник, точно. Как это по-русски? Да. Стерчи. Как же это по-русски будет? Пекай. Да, по-русски даже забывать стал слова. Ну, ничего страшного, в контексте они воспроизводятся. Пек. Все понятно. Вообще, у венгров
есть две странные особенности. Они либо сокращают слово до нескольких букв всего, либо огромные простыни из букв и слов делают и считают, что это одно слово. Вот. Пензе, ну, можно вспомнить, что в Англии до сих пор маленькие монетки называются пенсы. Пенс, это деньги, пенс. Ну и пенсия, и что еще? Пенс и пенсия. Пенсия тоже в деньгах. Пенс. Ну и Пенза тоже строилась. Строилась не просто так, а за деньги. Пенза. Возьмите любую ассоциацию, которая вам больше нравится. Пяц. Созвучное слово – это рынок. Созвучное слово с итальянским «пьяцца». Пьяцца, ну там это означает площадь. Но на площади устроили рынок, как обычно и бывает. Пять. Пять. На площади пять рынков. Пять. Дальше идем. Пирожки такие красные, там, не знаю, с чем-то, с красным. Что же может быть красное? Ну, какое-нибудь красное варенье, допустим. С клубничным вареньем. Пирож. Представим. Даже можете вкус представить. Три раза. Вернее, картинку представьте. Вначале ароматные пирожки с клубничным джемом. Красного цвета обязательно. Ну, у меня еще есть слово пирож ассоциируется с словом пиротехника. Пиротехника всегда, ну, чаще всего связана с красным цветом. Пирос. Ну, само слово пиротехника происходит от слова огонь. Это такая прям как ерундица. Пельдауль. Для примера. Пельдауль. Например. Пельдауль. Пельдауль. Пельда – это сам пример, образец. А уль, видимо, кстати, надо посмотреть, что означает уль. Пельдоуль. Идем дальше. Польгар. Польгар это гражданин. Польгар. Что-то горит, да? Ассоциация сразу, да? Полиция. Полиция увидела, что ты горит, и арестовала гражданина, который поджег. Польгар. Гражданин, Польгар. Просто, ну, понятно. Пусто. Это, ну, какая-то пустынь. Пустынь. Группа домов, может быть. Гамлет. Недвижимость. Ранчо. Деревня. Гамлет. Вместе. Ну да, какая-то такая небольшое поселение или ну, сельская местность. Пусто. Да, бывает пусто в сельской местности. Пусто. Раби. Ну, раби. Рабиес – это бешенство. По-моему, оно и есть. Раби. Половина. А это хаосы? Нет, это не половина. Равин. Раби. 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 Раз.
Рац это серб. Серб. Можно представить серба, я не знаю, или флаг Сербии. Человек размахивает флагом Сербии и говорит по рации. Рац, рац, рац. Рак. Рак, но так и будет. Рак. В смысле болезни. Регель. Регель, это именно утро. Утром. Регель. Йо, регель. Доброе утро. Рендеш. Рендеш, что-то такое порядочное. Рендеш. Ренги. Рес. Часть. Рес. Рокон. Рос. Все, мы это, в принципе, шает, шает. Шигет. Шемми. Ничего, шемми, шемми. Ничего, шемми. Шир, шир. Скарлат, скарлат, ну, скарлатина, скорее всего. Скорбут, шогор, шогор, не. Шоха, шоха, шемми, это ничего, а шоха никогда, никогда, шоха. На шухе никогда не стой, и сахар никогда не ешь. Не хочется работать сахарный диабет. Шок – это много. Много. Шорш сам. Шорш сам. Шетет. Шетет – это темнота, темный. Шетет. Я с ним сведу счеты в темноте. Счеты, 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 счеты. Эша Томби. И так далее. Это дословно. И более. Эша Томби. Томби. Сустер, сустер, сюлетет. Сабо, это портной. Сакаш, сакас, сакас. Ну, слово сечь, наверное. Сакас. Сакас, то есть сектор, секция. Сакас. Тоже несложно запомнить. Сам. Самый главный номер. Сам. Сам номер. Сам. Ну и тут всякие вариации слова сам. Идем дальше. Саз это сотня. Соответственно, саса-дик будет сотый. Сас. Сегень, сегень. Сегень. Бедный, сегень. Сергей был бедный. Сегень, сегень, сегень. Сегень. Сегешеш. Проклят. Проклятый. Сельхюдеш. Семель. Сент, ну тут сент понятно. Рац, ну он же сент.
Сернт. Сернт согласно чему-то. Сернт. 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 Син. Син. Ну, цветно навсегда чаще всего. Кино, оно чаще всего, синема, чаще всего цветное, поэтому син, или синий цвет, син, синий цвет. Сивогам. Сивтагураш. Саботаж. Саботаж. Соба – это, собственно, комната. Саботаж – это, ну, человек, который снимает комнату. Сёке. Сёке. Блондинистый человек. Сольга. Сольга – ну, созвучно слово «слуга». Сольга. Сольга. Ты с Ольгой, мои слуги. Сольга. Сольга. Сомбат, сомсед. Ну, сомсед тоже понятно. Сомсед. Это будет сосед. Сомсед. Сота, то есть так, это хранилище. Со – это слово. Со, сло. Тоже не сложно. Сота – слова. Совё. Сюлё. Сюлётэш. Сюз. Сюрке. Сюрке тоже похоже на слово серый. Сюрке. Сюрке. Таблазат. Это чарт, таблица. Таг. Член. Таен. Ну, в принципе, на сегодня хватит. И так много получилось. Хорошего дня и до скорых встреч.